Всем привет, с вами Наталья на канале Сад и Огород Круглый Год. Ну что ж, опять приехала с дачи, привезла овощи. Приготовила вот такой вот очень скромный и простой, и главное, витаминный салат. Что это такое? Это кабачки, это морковь, ну и зелень. Вы знаете, летом нужно чем побольше есть овощей и фруктов. И желательно, чтобы это были сырые овощи. Вот это как раз именно то. Ну что ж, смотрим салат. Поверьте, вам понравится. Съедите за один присест. Смотрим рецепт. Для такого салата у меня пошло 3 небольших кабачка, 2 морковки средние, ну даже немножечко больше среднего. Потом одна головка лука, я немножко поджарила до золотистого цвета, ну приблизительно 4 столовые ложки масла. Столовая ложка бальзамичного уксуса, можно простой уксус, какой у вас есть. Большая ложка с горкой приправа для корейской морковки. Вот такие вот пару кусочков горького перчика. Чайная ложка меда и пол чайной ложки соли, головка чеснока. Вот небольшая головка, у меня вот таких вот 6 зубчиков чесночка получилось. Ну, первым делом сейчас буду натирать кабачок на корейскую терку и морковь. Первым делом я натерла на корейскую терку кабачок. Смотрите, натирала вместе с кожурой. Кабачки у меня молодые, но серединки остались. Они более мягкие, я их не захотела. То есть можно что-то приготовить, можно супчик, может поджарить отдельно. Ну, для чего он там надо. То есть серединку я оставила немного. Теперь я немного присаливаю и оставляю на минут 20, чтобы кабачок отдал сок. Потому что когда он потом отдаст, ну, будет и некрасиво, слишком много будет жидкости. В общем, присаливаю. Но не этой соли, что я подготовила, пол чайной ложки, а дополнительно немножко присолила и оставила. Я тем временем натерла морковь, а также чеснок через чеснокодавку. Ну а теперь посмотрите, что происходит с нашей, с нашими кабачками. Посмотрите, сколько пускает жидкости. Если бы мы не подождали немного, вот эта вот вся жидкость потом собралась бы в нашем салате. Было бы не совсем хорошо. Теперь я хорошо отжимаю эти кабачки. Ну и буду все смешивать. Посмотрите, сколько жидкости осталось. Ну, наверное, стакан полный, это точно. В общем, выливаю его. Я перемешала мой салатик. Посмотрите, вот что получилось. Такая вот красивая разноцветие. Но, как по мне, я добавила еще немножечко щепотку соли и меда. Все-таки кабачки и морковь, и не в граммах мы их измеряем, а берем в среднем. Поэтому плюс-минус нужно корректировать под свой вкус. Приправ мне достаточно, а вот соли и немножко меда я немножко добавила в данном случае. Зависит от того, сколько вы делаете. Можно взять один кабачок, можно взять одну морковь. То есть это такой рецепт, что просто попробуйте, а приправы уже по своему вкусу добавляете. Главная идея, кабачки сырые очень полезные, морковь тоже. В сочетании с маслом, со специями получается очень вкусно. Обязательно пробуйте. Съедается такой салат очень быстро, витаминный, летний, полезный. Обязательно приготовьте, можно из самих кабачков, но он не будет вот таким вот ярким. Но вкусным это 100%. Свежие кабачки нужно употреблять. Всем рекомендую. С вами была Наталья. Всего наилучшего. Ставим лайк.